тут планировалась, в принципе, дорога. Оно началось у нас в 2020 году, в сентябре, начало сентября. Они провели сначала вот эти канализационные люки тут, которые, чтобы был стык воды. И оставили нас тут, опять же, вот мы всю зиму прошли, в мерз тогда были очень большие дожди. У нас тут ни камень, ни шибенка, ничего. К нашей соседке приезжала пару раз, скоро даже не хотела скорой приезжать, потому что они сюда заехать не могли. Сейчас взялись делать дальше дорогу. Начали делать дорогу, поставили песок, и это пыль хотя бы, чтобы эту пыль хотя бы, чтобы как-то пройтись машинами. Или уже поставили песок, поставьте шибенку уже, потому что мы задыхаемся. У меня опять началась аллергия. Мы пьем таблетки. Тут от этой пыли невозможно. Потом у нас тут есть столб, который уже много-много лет, он без этих электричества. Они сейчас, когда начали рыть, этот столб начал менять свою траекторию, он может упасть вот на соседский вот забор, а тут еще линии электричества. Тут есть дети, тут есть и пожилые люди. Но даже, не дай бог, опять же дождь пойдет осенью, все, мы тут опять в этой же грязи будем. Acum să fie 2 ani de zile în toamnă, de când e tot sapă, noi ne facem careva condiție ca să putem intra. Am adus și un camion de petriș. Deci au început iarăși să niveleze drumul, iarăși să ne strice condițiile minime pe care noi ne le-am făcut și pur și simplu nu înțelegem. Deci când faci un lucru, ai un plan oarecare, informezi cetățenii care locuiesc în raza aceasta, ce o să fie, cum o să fie. Deci aceasta este atitudinea autorităților locale față de noi. Deci parcă am fi străini la noi în țară. Era bine așa cum era, așa cum este 2 ani de zile. Situația asta așa de complicată că nu pot să cred că a să mai ieșim din tren să fie careva condiții. Da, de acum e a doilea an. Și într-adevăr, dacă noi intrăm pe toamnă și vara asta, dacă nu a plouat, noi ședem cu colbul. Dar dacă asta e într-adevăr, cine vine? E neacât de rău când îmi vine, apoi asta e băiatul meu în braț și mă duci. Asta e.